Послушайте, мадам. Хорошие мальчики, как ваш, не пропадают. Успокойтесь. Мой сын не такой. Знаю, какие бывают истории. Это не про него. Если что-то найдете, ничего не трогайте! Это на него не похоже, даже если он пропустил уроки, хотя он не пропускает никогда. Я хорошо знаю Дэнни. Да? Да, я занимался с ним французским в прошлом году. Если ты учитель, то о многих вещах можешь догадаться даже без слов. Он вам что-то рассказывал? Его семья слепа, она душит его! Я не знаю, почему этот человек так сказал. Возможно, он провоцирует слухи вокруг моего сына. Если начались поиски, вы думаете, мы сможем найти труп в лесу? Почему вы сказали «труп в лесу»? Мы здесь, потому что хотим найти следы. А где он ведет занятия? Есть какая-то комната или что-то еще? Ну, чаще всего здесь, за столом, а иногда в подвале. В подвале? Мы что-то упустили в самом начале расследования, потому что поверили матери. Почему ты так уверен, что эта женщина лжет, а? Она постарела на 20 лет. Иди сюда! Черт! Ваш муж говорил вам про Дэнни или нет? Что вы хотите узнать, задавая мне эти вопросы про Яна? Я встану и уйду. Сидеть, сидеть! У меня есть права, с которыми вы не считаетесь. Нашелся кто-то посильнее, чем вы, инспектор?